Работу согласительной комиссии возглавил Александр Сачиков. В заседании приняли участие главы и фермеры Первосинюхинского и Упорнинского сельских поселений, а также представитель концерна «Покровский». На комиссии были рассмотрены результаты принятых в декабре решений, подведены промежуточные итоги и определен дальнейший алгоритм работ. Глава района обратился к представителю концерна. Как, вот на ваш взгляд, это будет так, чтобы не топором рубануть и на две части по-живому разрубить? Оно же тоже, как говорится, у них каждый пай на учете, и каждому паю цена есть, и отношение к нему есть, и он имеет своего владельца или не владельца. Также тоже, понимаешь, отсечь, Бог его знает, за счет своей земли отдать, да? Ну тоже как-то, кто может, а кто не может это сделать. Ну давай как-то подумаем еще, чтобы найти компромисс. Давай еще подумаем. От любого решения есть определенное исключение, отступление. Поэтому здесь надо посмотреть еще. Насколько я понимаю, у вас тоже есть настроение на том, чтобы там нормально добрососедствовать на этой земле. В ближайшее время управлением сельского хозяйства администрации Лабинского района будет проведена индивидуальная работа с каждым владельцем крестьянско-фермерских хозяйств выше указанных поселений.